Добрый день, коллеги! Сегодня мы рассмотрим с вами пример направленной тканевой регенерации с использованием мостозамещающих материалов компании Лиаплас аллогенного происхождения на примере лечения хронического генерализованного пародонтита и устранения костного дефекта в области зуба. Операция начинается с препарирования принимающего лужи, отслаивания в области зуба и дефекта. При возможности я рекомендую выполнить вертикальный разрез только с одной стороны. Если такой разрез, дизайн лоскута позволяет вам визуализировать весь костный дефект и всю зону операции. Как, например, в данной клинической ситуации, смоделированной на нашей биологической модели. Мы проводим мобилизацию лоскута. Отслаиваем в оральном направлении для создания условий фиксации барьерной мембраны, которая подразумевает использование в технике направленной тканевой регенерации. В качестве барьерной мембраны мы будем использовать твердомозговую оболочку, перфорированную и регидратированную. Теперь мы переходим к обработке дефекта. Мы обрабатываем поверхность корня кюретами, ультразвуком, ДТА 17% и бором. Очищаем полностью дефект от грануляций любыми вспомогательными средствами и начинаем подготавливать принимающую лужу. Для этого нам понадобится сверло и физиодиспенсер для того, чтобы создать перфорационные отверстия и выпустить клетки. Которые помогут активизировать и запустить остеогенез.
Декортикализация пьезоэлектрическим аппаратом. Принимающая лужа готова.